типичный камамбер и пармезан здесь соседствуют с экзотическими том де Мелессем и Ришон де Шевер. На сырном фестивале в Химках собрались десятки сыроваров со всей России. А гостями праздника стали не только химчане, но и гости городского округа. У нас сыроварни из Тверской области, из Торжовского района. У нас есть полутвердые сыры, твердые сыры, молодые сыры. У нас своя ферма, свои коровы, то есть мы их видим, мы их знаем, каждую, можно сказать, в лицо. Ольга, Ира и Итан приехали в Химки специально, чтобы поучаствовать в сырном фестивале. Итан из Кентукки, подобные гуляния для него в новинку. По-русски он не говорит, но это не мешает ему выразить свою любовь к сыру. Love cheese. Химка, друзья, впервые и очень рады, что попали именно на гастрономический фестиваль. Прогулявшись по ярмарке, они узнали много новых сортов сыра и выбрали для себя тот, что им по душе. Но мне нравятся продавцы, они очень милые, очень подробно все объясняют, и можно попробовать все. Вот, и здорово, что здесь не только сыр, но еще вот пастила, и чурчхела, и колбаса, то есть что выбрать. На фестивале были представлены десятки сортов сыра. Поучаствовать в дегустации мог каждый желающий. Кроме классических сортов, которые мы привыкли видеть на прилавках магазинов, на фестивале были представлены и необычные сорта. Например, с инжиром или клюквой, а также сыры с мытой корочкой. Это сыры, которые афинажируются, то есть ухаживаются с помощью специального раствора, в который входят различные бактерии, парфюмерная флора, культуры, плесени. И они придают сырам приятный аромат и ярко-оранжевую корочку. А для тех, кого обычным сыром уже не удивишь, приготовили особый сорт, разработанный специально для жарки. Как говорят производители, он пользуется большой популярностью у ресторанных поваров. А для тех, кто проголодался, прямо на месте готовили горячий сырный шашлык. Для любителей сладкого были конфеты, тоже из сыра. В сладкий десерт производители добавили нежный блюз-чиз и пикантный пармезан. Наши конфеты состоят из абсолютно натуральных ингредиентов. То есть в каждой конфете ведро счастья, стакан радости, я не знаю, пригоршня удовольствия. И в том числе для взрослых сырные конфеты мы еще добавили натуральный итальянский сыр, горгонзолу и пармезан. Несмотря на то, что фестиваль сырный, не обошлось и без других деликатесов. Можно было найти прилавки с грибами, орехами, колбасой и молочной продукцией. А для самых активных организаторы приготовили конкурсы с сырными призами. Зрители решали загадки, кидали мячи и сочиняли стихи про городской округ. Победители получали игрушки, медали и, конечно, сыр. Отгадывали там. Нам дали приз. Весь день для гостей выступали танцевальные и музыкальные коллективы, а также работали аниматоры.